Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia C21 Plus, и сейчас я покажу вам, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого мы открываем где-нибудь клавиатуру, далее нажимаем на значок шестеренки на клавиатуре, выбираем языки, нажимаем «Добавить клавиатуру». Выбираем язык, который хотим добавить, нажимаем «Готово», далее возвращаемся. И теперь, нажимая на данный значок, мы можем переключаться между языками клавиатуры. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.